Всем привет! Мы снова в Коско. Посмотрим, что новое. Сейчас только конец августа, а уже выложили обертку для подарков на Новый год и Рождество. 3 штуки за 15 евро. Разные цвета. Олень. С надписью Merry Christmas. Хо-хо-хо. Носки. И подарки. Огромный конструктор. Play Penny Pom. Не знаю, что это, но он 30 евро стоит. Рядом игрушка ребенок. Огромного размера. За 15 евро. А, за 45 евро, извините. Огромный мишка, он стоит 500 евро, он просто огромный. Сейчас даже не сентябрь. Так, идем дальше, посмотрим, что еще есть новое. Адвент-календарь на 24 дня, до Мэри Крисмаса, это Харибо. Сзади показано разнообразие сладостей. Все от Харибо. Он стоит 9 евро. Рядом очень красиво смотрится. Это холидей на праздник Рождество. Очень красиво. Переливается. Его даже шатать не надо, он уже сам там. И он стоит... Сейчас посмотрю. Извините, фокус. За 30 баксов и за 150. Это вот такая огромная коробка с Иисусом. Верблюд, ослик, бык. Вот в оригинале вот так смотрится. Шикарно просто выглядит. Рядом с ним же, как это называется, ну от Диснея, персонажа Домик в снегу, тоже на Merry Christmas. Сейчас посмотрим, сколько стоит. А, есть еще вот такой другой, Плуто и Микки Маусы, 70 и тоже 150, со звуком, которая за 150, 70, которая светит столько, там кнопка должна быть, да, там есть она. Тут провод, она электрическая. Так, идем дальше. Новые полотенца появились за 3,97, 70 на 140. От Frozen Marvel Star Wars. Довольно большие. Это, наверное, на пляж или как подарок использовать. Вот это вот прям качество очень приятное. Вот эти потоньше, это, наверное, разные. Или это не от этого лежит. Вот эти очень хорошие. На Рождество можно подарить от Benetton халаты по 30 евро. Двух расцветок. Довольно жестковат. Тоже неплохо так, как подарок. Также появилась детская одежда. Мне кажется, это пижама. Написано кофты и штаны на День Валентина для маленьких. 6 месяцев до 4 лет. Вот такая мне больше нравится. Цвет более приятный. Качество хорошее. Штанишки утепленные. Ну, День Валентина вроде 14 февраля, если я правильно помню. А, еще вот такая есть. Тоже хорошая. Вот это мне тоже нравится. Смотрите, рейнбол штаны с радугой. Радужные. Очень хорошего качества. Всего за 23 евро. Подходим к другим украшениям для дома. Рядом с Merry Christmas, Хэллоуин. Блин, только конец августа. Снеговики за 300 евро. 4 фигуры. Олени отдельно. 3 оленя за 350. Все яркие такие, на фонариках. Бантик. Ну, это у кого дома есть. Так, посмотрим, что тут еще есть. А, смотрите, другая реставрация.
Даже круче, чем у Микки Мауса, у Диснея. Все детально сделано. Паровозик едет с подарками. 159 евро. 160. Рядом белый домик. Его не вытащили, только в коробке. Он за 100 евро. Пряничный домик. Как будто в сахаре. За 60 евро. А это хоть как ты можешь их поставить, они не соединены. 13 деталей. Большая коробка. 170 евро. Оу. Паровозик от Диснея. Тут Дамбо, Микки Маус, Винни-Пух. Он пластмассовый, довольно легкий такой. Еще и музыка. 200 евро. Смотрите, как украсть. Снупи. Очень прикольного качества. Гладкий. Не знаю, очень мило. 70 евро вот такое ставить на камин. Птичка, звездочка горит. Лампочки тоже. Ой. Так, что тут еще есть? Там мини. В упаковке 3. Можно как подарок или украшение использовать за 30 евро. Лошадка. Merry Christmas минимум еще 3 месяца с лишним. Почти 4. 60 евро стоит. Слишком рано, мне кажется. Звездочки. Это украшения на елку уже идут. 3 звезды огромные за 100 евро. Ну и коробка такая внушительная. Очень огромная. Не знаю, может там больше или они очень большие. 3 игрушечных шара, но это не на елку, потому что они тяжелые. Это как светильники. 50 евро. Коробка тоже большая. И супер огромный шар. Прикольно, наверное, было бы, если он бы здесь открывался. Тут, если его включить, будет он светиться. А его цена... Цены нет. Стану. Иисус. Так, он стоит 60 евро. Это как шкатулка закрывается вот тут по бокам. Получается. Можно держать открытый и закрытый. Мягкая игрушка. Под елочку. 4 разных за 20 евро. В коробке будет 2. Украшения на елку. Тут даже Снупи есть. Красиво сделано за 13 евро. Идем дальше. Венки. Или это не венок? Это на камин, наверное. Я думала, это на дверь. Ну ладно, он стоит 60 евро. У-у-у. Вот. Гирлянды. 3 разные. Они по 60 евро. Здесь 2,74 метра. А вот теперь венки на дерево. 4 разных. 50 late light. Не знаю, что это значит, но light это свет. Так, и они стоят. Корона вон за 70, а рядом... А, они разные, а другая за 40. Которые побольше, там 76 сантиметров, они 60 стоят. 70. 60 сантиметров 40. Игрушки на елку. 48 штук, 50. Тоже разных цветов. На любой вкус. Огоньки. Гирлянда стоит за 20 евро. Евро, а 400 евро это огромный щелкунчик, ну еще страж. Игрушки на Merry Christmas. Для мальчика и для девочки больничка операционная. Да, для мальчика за 30 евро, для девочки за 40 евро. Тут же есть куколки. За 30 евро. О, Барби. С лошадкой.
и принцессой за 70 евро. Тут огромные упаковки. Вот другая. Нет кареты, зато есть русалки. 50 евро. Да, они все тут одинаковые. Дальше идем. Это для творчества. Раскрасить можно по своему желанию. За 23 евро. Игрушка от Диснея Микки Маус. Часы. А, это Паламитас Попкорн. За 40 евро. Набор юного механика. Вот это от 3 лет. 80 евро. Лего. 90, от 4 до 99 лет. Хоть какое лего можно построить за 40 евро. Так, дальше у нас тут для совсем маленьких блоки с лего огромным. Наверное, дупло. За 20 евро. О, Hot Wheels. Акула, дракон. 20 машинок маленьких. Хороший подарок, 50 евро. Вот еще от Hot Wheels. Это автомойка. Не знаю, что это, но тут вода будет литься сверху еще. За 30 евро. И огромный Hot Wheels. Hot Wheels трек. 4, нет, 3. И тут еще 3 машинки на огромном траке с рогами. За 55 евро. Так, идем дальше. Маленькая упаковка. Две машинки, по идее, тут будут. Тоже от Hot Wheels. За 25 евро. И 50 маленьких машинок за 60 евро. О, дальше самое интересное. Смотрите, Mario Kart. Есть же игра. Это реставрация игры, да еще и со звуком и светом. Трассы из Mario Kart. Ну, кто это? Этот Hot Wheels. Прикольно. Еще узнаем цену. А вот, 100 евро. Hot Wheels Mario Kart. Машинка самая. По-моему, тут ребенок может съесть за 250 евро. Да, там ребенок может съесть. Очень прикольно. Так, пожарная машина. Мусорная машина. Вертолет. Угу. Разные машинки по 20 евро. Они, кстати, довольно большие. Да. Но пульта управления тут нету. Так, кто коллекционирует машинки? Два вида. Я не знаю, как они называются. За 20 евро. Подхожу к костюмам на Хэллоуин. Боже, тут даже летчик есть. Ну, это прям для совсем маленького, конечно. Летчик. Так. Для девочки, ну тут без разницы, в принципе. Кто хочет, тот только одевается. Ведьмичка. Frozen. Так. Это фея. Еще другая принцесса. Много разных. Вот, пожарники. Качественно, конечно, сделано. Ну, на один раз, потом дети вырастают. Их тут довольно еще много за 35 евро, потому что Хэллоуин как бы еще не близко. Также рядом как раз сладости. Коробка. Три разных там будет вкуса. Ой, извините, за 7 евро. А, за 9, извините. И огромное украшение на Хэллоуин. Смерть. Не знаю, она, наверное, 3 метра. Не больше. А, 3 метра 0,4. За 350 евро. Сзади скелета, заметил скелетона. Она, наверное, еще будет, скорее всего, подключаться как-то. Вот скелет разговаривает. Тоже в человеческий рост.
1,52 метра за 60 евро. Ну, это пластмасса, конечно. Светятся глаза. И последнее, что тут нового, это яйца хэллоуиновские. Шоколадные. Бокс за 11 евро 900 грамм. Неплохо. Разный. Всем пока. Увидимся в новом видео.